Всем привет! Вы на канале Денис ТВ, и сегодня я отправляюсь в Чувашию. Надеюсь, вам понравится мое видео. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Ну что, поехали! Итак, мои дорогие, я отправляюсь в Чувашию, у меня начался зимний отпуск. Отпуск будет у меня 2 недели. Вот, блин, такая погода кошмарная, это вообще такой снегопад идет, вы просто не представляете, все замело, кошмар. Ну ничего, все будет хорошо, все будет супер, доедем отлично. Вот, друзья, посмотрите, какой снегопад. О, гололед еще. О! Вот еду. Вообще, как в сериале ужасов. Погода. Еду. Я, кстати, еще сделаю обзор на машину. Я же не делал обзор. Расскажу вам, покажу. Что какие. Почем? Вот, машинка мне очень нравится. Моя любимка. Сейчас мне довезет до Чувашии. Моя красавица. Сейчас выезжаю вот из своего района. Поверните налево. Так, поедем. Итак, мои дорогие, выезжаю уже из Москвы, еду сейчас по шоссе энтузиастов в сторону Балашихи. Погода, конечно, не айс. Мои хорошие, я все еду еще, проезжаю какие-то поселения, поселки, деревни. Вот что-то мне захотелось поесть, решил вот заехать в какое-то кафе круглосуточное. Сейчас перекушу и поеду дальше. Заказал, сейчас принесут мне обед. Мне принесли мой обед. Сейчас буду кушать. Я перекусил. Сейчас вот завел свою малышку. И снова в путь. Ой, так вкусно было вообще. Так было вкусно. О, сяду, поеду. Очень было вкусно. Шикарный обед. Так, мне еще 160 километров и снова направо. Так, ну что, поехали. Друзья, продолжаю ехать. Вот что-то у меня показывает на камере, что уже вечер. На самом деле, еще не вечер. Come a little closer, I want you by my side, and I'll try the best I can.
Друзья, посмотрите, как красиво. Какие красивые деревья. Все в снегу, просто охренеть. Вот проезжаю Нижний Новгород. Навигатор меня завез в Нижний Новгород, но не в центр, а так, по окраине Нижнего Новгорода. Проезжаю. Мне еще ехать где-то 250 километров. Навигатор мне показывает. В общем, едем, едем, друзья, едем. Друзья, смотрите, как красиво. Всем привет, мои дорогие! Я уже в Чувашии. Да, их хорошо, все супер, все шикарно. Я уже нахожусь здесь где-то второй день. Сегодня получается уже третий. Сейчас время у нас 6 утра. И мы собираемся, я и мама, устроить сегодня культурный день. Сейчас покажу вам маму. Мама, помахай ручкой вот так всем. Мама замерзла в платье шикарном, красном. Но все увидите. А потом мы после двух театров идем в ресторан. Ресторан называется «Волга». Он находится в каком-то шикарном отеле, я так понял. Вот. И вроде бы все, да? Все, что я вам хотел сказать. Наверное, теперь мы поедем. Дорогу показывать не буду, так как вам дороги хватило. Вот. Ну что, все. Всем хорошего просмотра. Ставьте лайки, комментируйте. Вот. Как-то так. Покажу вам маму. Вот так вот. Она сонная. Не хочет ничего говорить, замерзшая. Ну ладно. Друзья, мы подъехали к театру. Так, в этом театре мы будем смотреть балет. Называется, значит, «Щелкунчик». Думаю, будет очень интересно. Так что сейчас будем парковаться. Вышли проветриться, а то устали сидеть. Мама укуталась вся. Туалет хочет. Приехали рано, за 2 часа. Зато мы ехали хорошо, не торопились. Спокойно доехали. Припарковались. Ветер с Волги дует. Такое большое здание, да? Угу. Сейчас будем фотографироваться, да? Зевает. Холодно. Ишь. Так, сейчас, еще чуть-чуть, и все, да, еще чуть-чуть, и пойдем смотреть балет «Щелкунчик», вот. Какой чуть-чуть там. В общем, мы сидели в машине, сидели, и что-то подумали, может, покушать нам, позавтракать, мы же не завтракали, встали в 5 утра, и, в общем, решили приехать Бургер Кинг, он здесь рядышком находится. Сейчас поедим, посидим и пойдем уже смотреть театр. Вот. Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine. Ain't got time to do everything you said you would. Frames of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile and the power.
say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. Try to be cool. Even wear that shirt you wanted. Ой, друзья, мы, короче, покушали и решили посмотреть диски для моей машинки. Сейчас сели вот в маршрутку, доехали до вот нужного места и идем. В общем, на улице очень холодно, замерзшие все. Ну ничего, зато диски посмотрим. Так, друзья, мы идем в театр. Мама на каблуках. Снегу куча. Холодно. Идем. Пикищей довольно счастливый. Сейчас покажу. Вот идет. Красавица. Холодно, сейчас быстро дойдем. Ну что, мы пришли. Здесь тепло, хорошо, уютно. Вот. Ну что, друзья, мы разделись уже. Мама привела себя в порядок. Сейчас подождем чуть-чуть и пойдем. Так, сейчас мы идем на второй этаж. О, как красиво, мам. Какие люстры красивые, да? Посмотрите, какие красивые люстры. Красота. Ждем, в общем, началом спектакля, да? Да, начало спектакля. Скоро уже начнется. В общем, все круто. Так, друзья, мы внутри. Смотрите, какая красота. Мы посмотрели спектакль, нам все понравилось. Сейчас вот греем машину, мама перекусывает бургером. Погреем машину сейчас и направимся в сторону другого театра. Как называется, я не помню. Какой-то чувашский, государственный, драматический. Драматический, кажется, театр. Не помню я, друзья, не помню. Вот. Спектакль начинается в 18:30. А потом мы поедем в ресторан. Ресторан называется «Волга». Вот такие планы у нас. Мама кушает. Ну что, друзья, мы подъехали к театру. Сейчас вот посидим, погреемся и пойдем вот здесь погуляем. Вот здесь погуляем. Погода, конечно, ужасная. Друзья, мы, в общем, зашли в кафешку перекусить. А то мы мерзнем что-то. Сидим, друзья, в машине.
На улице погода отвратительна. Метель, вьюга, снегопад. Вот там люди катаются на катке. Там все светится. Мы сидим, ждем время наше. Наше время будет так, 17:30. И пойдем, зайдем. Ну что, друзья, мы уже внутри театра. Только вот пришли, переоделись. Сейчас пофотографируемся. Пойдем на представление. Да, сейчас пойдем. Пошли. О, красиво место нашли, да, пошли. Сейчас здесь фотографируемся. Давай, вставай, сейчас буду фотографировать. Так, друзья, мы пофотографировались. Пошли, пока здесь походим, пофотографируем. Сейчас вот гуляем здесь в фойе. Мы пофотографировались немножечко. И сейчас пойдем смотреть. Итак, мои дорогие друзья, еще немножечко и начнется спектакль. Давай снимай. Так, друзья, посмотри, какая красота. Как красиво вообще. Это мама сидит. Ручка сделай. Заказали, что мы будем есть. Мамы вот принесли белое французское вино, столовое полусладкое. Очень красивый ресторан. Вот. Смотрите, какая красота. Будем есть. Маме принесли суп куриный. Кушает. Очень вкусно, да? Вкусно, тебе нравится? Очень вкусно. Приходите сегодня в ресторан. Адрес могу сказать. Ярославская, 23. Город Чебоксары. Очень вкусно и уютно. Слышно, что ли? Да. Обслуживают очень красиво. Девочки хорошие. Так совсем сюда приходить надо. Анка ушла? Маме принесли очередное блюдо. Очень красиво выглядит. Мама кушает, разговаривает. Завтра мне когда? Мне некогда, завтра дела надо делать. Это рыба с овощами. А у меня... Ай? А, не знаю, мне что, забрекаться надо, эти деньги снимать. Ну, полдня пройдет. С утра я на работу. С утра я на работу пойду. Друзья, было очень все вкусно, красиво. А мы поехали домой.